привет, с вами Эмма Пичелс Пранк, и сегодня смотрите вторую передачу новости Пони Куала Тайм. Итак, у нас опять одна минута. Но первое я хочу сегодня показать вам прикол Куала с Путиным. Это когда он был в Австралии. Далее факт, почему Куала такое редкое животное. Куала живет в Австралии, питается только молодыми листьями нескольких видов эвкалипта. У некоторых эвкалиптов в листьях накапливается сильный яд, синильная кислота. И, видимо, поэтому куала столь разборчив в еде. Куалы обитают в прибрежных районах на востоке и юге Австралии, на территории от Делаиты до южной части полуострова Кейп-Йорк, а также на острове Кенгуру, куда они были завезены в начале 20 века. Также они распространены в регионах с достаточным количеством влаги. Для поддержки